Всем привет! Сегодня обзор про пирометр для бесконтактного измерения температуры. Высокие показания температуры можем снимать с данной муфельной печи. Обо всем подробно далее в ролике. Всем приятного просмотра! KKR 24 Technologies. В комплекте поставки есть такая фирменная упаковка. Термометры тоже могут идти в разном цвете. Ну и такое количество наименований моделей, и на некоторые из них даже есть обзоры на нашем канале. На обратной стороне можем видеть все основные технические параметры. В комплекте можем видеть сам термометр, ну и руководство пользователя на английском языке, в котором также можем ознакомиться и с параметрами прибора. Есть и параметры определенные значения коэффициента эмиссии для различного рода материала, так что точность показаний измерения на такого рода приборах напрямую зависит от правильности введенных настроек под каждый конкретный материал. Ну и конкретно данная модель, которая позволяет измерять самый высокий порог из данной линейки до 1300 градусов Цельсия. Герметичная упаковка во избежание попадания влаги и пыли вовнутрь прибора. Прибор отличается хорошим качеством пластика и отличным качеством изготовления. Классический монохромный жидкокристаллический дисплей идет в такой двойной защите. Отсек для элементов питания вмещает всего одну батарейку с напряжением в 9 вольт. Для включения термометра достаточно короткого нажатия. Отличная равномерная подсветка жидкокристаллического дисплея без сильных паразитных засветов. При нажатии на кнопку начинается измерение температуры, появляется значение «Scan». То есть идет такое сканирование, а когда отпускаем кнопку, появляется значение Hold, то есть это уже идет фиксация показаний измерения. Для удобства позиционирования, наведения на объект измерения есть встроенный лазерный указатель. Этот значок на дисплее говорит о том, что задействована лазерная указка. Хотя при желании данную указку для экономии энергии можно отключать. Кнопки здесь резиновые, приятные на ощупь. В центре дисплея основные показания измерения. Слева, как уже видели, функции Hold и Scan, сканирование и фиксация показаний измерения. С помощью боковых кнопок можем переключаться из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. Также эти кнопки работают в режиме up-down, то есть перемещение вверх-вниз. Данная кнопка отвечает за включение-отключение подсветки жидкокристаллического дисплея, и это значительно экономит заряд элемента питания. Снизу температура – это та температура, которую можем выбирать либо режим фиксации максимальной температуры, также режим AVG – среднее арифметическое извлечение показания измерения. Получается, что в центре – это фактическая температура, которая постоянно меняется, а внизу – это уже усредненный показатель. И еще одно нажатие позволяет переводить в режим фиксации минимальных показаний измерения, то есть в приборе есть все основные необходимые режимы работы с температурами, в том числе и высокими температурами. Есть еще возможность устанавливать нижний и верхний потолок измерений, границы диапазона измерения температуры от минус 50 до 1350 градусов Цельсия, и еще одно нажатие возвращается в первоначальный режим фиксации максимальных показаний измерения. А удержание нажатой кнопки моды начинает мигать значение коэффициента эмиссии, и теперь с помощью кнопок вверх-вниз можем отрегулировать политочный коэффициент под конкретный объект измерения. Близкие по точности показания измерения, проверяем также работу с более высокими температурами.
Точность, все указано как на терморегуляторе. Буду очень рад за лайки и комментарии. Также не забудьте подписаться. Всем спасибо за просмотр.